Всем привет! Это новая часть реставрации хаты. Сейчас мне нужно чуть-чуть подбелить хатку, а дальше я уже замажу ее. Я потихоньку реставрирую хату. Где-то чуть подбелю, где-то замажу. Так потихоньку мы отреставрируем хату. Спасибо вам, вашим лайкам и комментариям под прошлым видео реставрации хаты. Благодаря вам мне хочется все больше и больше реставрировать хату. Пока что мы закончили с лицевой стороны реставрацию хаты. Сейчас идем за угол этой хаты. За углом она очень старая и страшная, но это не дает ей права не жить. Здесь стена буквально продырявлена насквозь. Шиферинкой закрыта еще одна дырка. Я ее тоже буду замазывать. В свои годы хата разваливается все быстрее и быстрее. Но мы не дадим ей этого сделать. Мы хоть и не закрыли дырку до конца, но когда она высохнет, мы закроем ее полностью. С вами был Циничный Оптимист, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока!